пані та панове. Сьогодні у нас в гостях пан Роман Бахарєв. Вас вообще називають пан Роман? Редко, очень. Но мне приятно только что было. В школе от фамилии сокращенно меня называли мои друзья Бах. Родители привезли мне «Весна 310М». Ни у кого не было магнитофона. Я начинаю слушать музыку, потом записываю сам. Первые мои записи, которые мы записывали, я специально старался петь низким голосом. Мои сверстники играют на улице в это время, пинают мяч, а мне просто нравилось слушать музыку. Ну и в какой-то момент я просто влюбился в музыку. Он начал ее сам сочинять. И, собственно, мое увлечение, хобби переросло в профессию. Субота, 26 листопада, 11 година, 9 канал.